Прокуратура потребовала обеспечить безопасность медицинской помощи в Багратском районе. В суд направлено исковое заявление. Напомним о том, что здание районной больницы уже дважды признавалось аварийным, но продолжает работать. На заседании Совета Федерации рассказала главврач больницы. Председатель Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко взяла ситуацию на контроль и обещала помочь решить проблему. Прокуратура Багратского района незамедлительно организовала проверку. Результатом стал судебный иск, в котором надзорный орган требует от Минздрава Хакасии обеспечить жителей муниципального образования качественной и безопасной медицинской помощью.